как? Ты дурачок. А ты не быстро сюда добрался. Лично я боюсь, что у тебя пропал энтузиазм. Но, Джесс, не волнуйся. Взять Кита. Кит. Кит теперь все время плачет. Он становится нытиком. Заткнись. Не-не-не, у нас опять урок истории. Слушай, помнишь Джен Хая? Его корабли везли богатство для династии Мин. Помнишь? Да, мистер Баксер, конечно, помню. Отвечай так. Когда я задаю вопрос, ты отвечаешь, ладно? У долбанного Джен Хэ был капитан Линкон. И Линкон решил, что одному лучше, и ушел на судне Чао Янг с трюмом полных ценностей. И поселился прямо тут. Начал порабощать местных, но Джен Хэ... О, чертов Джен Хэ, нашел и потопил его империю за пару лет. А что с сокровищами? Отличный вопрос, Джейсон. Умный. Сокровище? Сокровище... Неизвестно, где они, не на судне. А Линкон? Ублюдка тоже не найти. Этот чертов клад искали все. В том числе и япошки, весь остров перерыли. Но никто не знал, где он. Ты уж не мешкай, Джесс. Иди. Удачи. Класс. Иду прямо под обвал. Китайцы, японцы, британцы. Я попу! Да вот только все они в итоге отсюда свалили. Теперь остров наш. И так... Сраные повстанцы! Настроение для барбекю. Thank you.
Тут ничего, повстанцы играют, стали. Не о чем беспокоиться. Мне не платят за все это дерьмо. Нет, ничего. Ну ладно, я же точно слышал. Обрушу крышу. Thank you.
попробую помочь. Это не страшно. Тупик. Тут должен быть выключатель. Почему у меня плохое предчувствие? Ого! Ясно, здесь не выбраться. Ого.
рушится! Жучок, да? Да ты мой любимый ученик. Эй, не подходи. О, так теперь ты тут главный, да? Гектор, я тут, похоже, больше не главный. Так что разбирай все и не забудь вспороть кита от паха до шеи, ладно? Постой! Постой. В чем дело? Ты здесь главный. Гектор, все хорошо. Я снова главный. Да не трогай кита. Нет. Так, как успехи с ножом, а? Думаю, я близок. Близко, сэр. Ты шутишь? Ладно, ладно, близок, сэр! Давай, собирай компас. Ну все. Я отчаливаю. Удачи.